Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот, прошел Новый год, сегодня 3 января, и я хотела бы просто снять такой небольшой обзор, показать, как себя чувствуют растения после Нового года. Директор спит, Балюня вот кое-как его разбудила, чтобы сняться, показаться вам тоже. У них сейчас сон час, так что пойдет сейчас отдыхать тоже. В общем, директора спят. И решила первое видео в этом году сделать обзор моей оранжереи. Что появилось у меня нового и как чувствуют себя растения в зимнее время. Как вы видите, некоторые растения мои цветут. Орхидеи, у них столько много цветоносов, очень много. Но когда распустится, я обязательно сниму видео и покажу вам. Бугенвиллия продолжает цвести. У нее просто везде цветные прицветники. И в зимнее время это, конечно, смотрится здорово. На моей мурае стали появляться красные ягодки. Ну, это у меня гостиная такая. Гостиная оранжерея, можно так сказать. Ну, папоротник. Я уже говорила, что он у меня очень-очень большой. Ну, растения, в принципе, выглядят все хорошо. Хотя сейчас совсем недостаточно солнечного света. Здесь вот заместитель. Ну, хоть не хватает, да, сейчас солнечного света, но, в принципе, растения, я могу сказать, выглядят хорошо. Но сейчас и весна не за горами. Сейчас уже скоро будет появляться немножко солнышко, и будет все хорошо. Здесь вот тоже у меня бугенвиллия, тоже заложила цветные прицветники, просто вся, смотрите. И над моим водопадом здесь вот так склонилась бугенвиллия. И тоже все ветки у нее в цвету. Это такое у меня выросло кофейное дерево. Такое пушистое, такая крона у него, прям здорово. Смотрите, видите какое? Русселия, тоже давно ее не показывала. Я ее, кстати, и обрезала. Это вот у нее новая, смотрите, какие пушистые побеги. Она тоже у меня находится возле водопада. Влажности ей хватает, и она себя чувствует прекрасно. И у моего стефанотиса, вот видите, начала расти веточка. Все хорошо. Это моя пуансеттия, я ее из бассейна принесла сюда. Но она, как понимаю, в этом году у меня не будет выпускать цветные прицветники, потому что рано стала ее подсвечивать дополнительно. Поэтому она у меня просто такая зеленая хорошая масса на ней. Антуриумы, вот такие большие, себя чувствуют они тоже хорошо, появляются цветочки у них. Видите, я просто два здесь обрезала, но тоже требует, конечно, освещения хорошего здесь.
Поэтому мало цветочков у них. Дуранта распушилась, вообще стоит. Смотрите, какая красотка. Стрелиция меня тоже порадовала. Она выпускает новый листик. Вот он, раскручивается. В общем, она оценила мою перевалку в новое кашпо. Чувствует себя, в общем, хорошо. У монстеры, вот видите, какой предыдущий лист был. А следующий лист еще больше, но зеленый. Я заметила, что она их чередует. Вначале выпускает варигатный лист, а затем зеленый. Но это хорошо. И посмотрите, какой лист очень большой. Думаю, будет следующий уже резной листик и варигатный. Но монстера, я хочу сказать, это у меня крупная. Листья огромные. Заместитель, конечно, блюди. Что я показываю? Красавчик мой. А глаза закрываются. Ну, здесь кроссандра моя тоже постоянно, постоянно в цвету. Так же, как и мои абутилоны. Цветочки, конечно, сейчас помельче, но все равно цветут. Вот, даже еще желтый цветет. Но это отряд моих адениумов, таких смешных. Но у них уже пошел рост, видите? Пошел рост, видимо, чувствуют уже приближение весны. А так они, конечно, у меня не лысики, как вы видите. Но ничего, скоро нарастят себе шапочки и будут красивыми. Эту вот тоже бугенвилью принесла из бассейна. И она, посмотрите, вот после стрижки стала обрастать листьями. Все-таки там с освещением совсем плохо, и поэтому растения себя тоже чувствовали неважно. А здесь видите, как прям на глазах стало прям обрастать. Ну вот так вот они меня радуют. Иногда выпускают цветные прицветники. Для зимы, конечно, очень радует глаз. И на окне у меня тоже цветут бугенвилии. Кстати, скоро буду их пересаживать в другие горшочки и добавлять грунт, потому что грунта практически нет. Нужно будет их обрезать, пересаживать. И, конечно же, я обязательно сниму фильм. И смотрите, папоротник, который на коряге, как ему понравилось. Чувствует себя отлично. Нарастил себе стерильные листочки. Вон, видите, какие. И, конечно же, очень добавилось много новых листиков. Поливаю я его один раз в неделю. И его это устраивает. И давно не показывала свою примерию. Ну, а вот такая она полулысая, скинула листья. Ну, тоже вот у нее здесь, видите, сколько много маленьких листочков появляется. Тоже, скорее бы, уже весна, лето, чтобы вынести ее на улицу и на летнюю веранду. Там она, конечно, листьями обрастает очень сильно. Ну вот, пришел на помощь директор. Директор оранжереи тоже смотрит, проверяет. Год только что начался. И впереди ждет очень много и новинок, и пересадок, и перестановок. Еще все впереди. Увидимся в следующем видео.